Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в стенах Казанского федерального университета Химического института имени Александра Михайловича Бутлерова. В рамках проекта «Пронаука» мы сегодня вам покажем серию химических экспериментов под общим названием «Сон Менделеева». Сейчас мы с вами проведем химический эксперимент, который называется «Радужное пламя». Для этого мы используем фарфоровые чаши. В каждую фарфоровую чашу мы насыпали сухие химические вещества. В первую фарфоровую чашу мы насыпали соль натрия, во вторую – борную кислоту. В третью чашу мы насыпали соль калия, в четвертую – соль лития, в пятую – соль стронция, а в шестую, в последнюю – соль меди. Сейчас с помощью горелки мы будем поджигать данные вещества. Сейчас мы будем проводить химический эксперимент, который называется «Египетская ночь». Для этого мы приготовили заранее два раствора. Для первого растворили крахмал в воде, добавили йодид калия и теосульфат натрия. Для второго смешали раствор концентрированной перекиси водорода и уксусной кислоты. Теперь смешиваем два раствора. Так же быстро в Египте наступает ночь, как и меняется цвет раствора. Сейчас мы продемонстрируем опыт, который называется «Огненная метель». Для этого заранее немного концентрированного аммиака мы налили в большую колбу, для того, чтобы она полностью пропиталась его парами. Теперь набираем в железную ложечку немного оксида хрома, горелка, и прокаливаем в пламени горелки. Сейчас мы вам продемонстрируем химический опыт, который называется вулкан. При разложении бихромата аммония образуется оксид хрома 3. Следующий химический опыт называется гейзер. В трех колбах содержится раствор пероксида водорода. Для большей наглядности мы добавили красители. Сейчас в каждую колбу я буду добавлять диоксид марганца. Мы
наблюдали реакцию разложения пероксида водорода. Оксид марганца выступал в качестве катализатора. Следующий химический опыт носит название «Негатив-Х». Это реакция взаимодействия порошка цинка с хлоридом нитратом аммония. Раньше эта реакция применялась для запала. Реакция является каталитической, и в качестве катализатора выступает вода, которую я сейчас добавляю к смеси. Мы смогли наблюдать окисление металла цинка. Сейчас мы вам продемонстрируем химический опыт, который называется «Хлопушка». Иодид азота – энергетически насыщенное вещество, которое разлагается от механического воздействия.